Asylum представляет. В главных ролях Каталина Уитери, Д'Анджело Дауис, Джессика Ченселор и Тита Ортис. Оператор Ричард Чаппелл. Композиторы Элайза Свенсон и Микел Шейн Преттер. Монтаж Кэмерон Эймес. Авторы сценария Джои Рош и Лорен Причард. Продюсер Дэвид Майкл Лэтт. Робокалипсис. Вырубка на 2 градуса вправо. 2 градуса вправо. Запуск через 10, 9, 8. Вершим историю, господа. NFX на позиции. Подтверждаю, NFX на позиции. Начать работы. Начинаю работы. Как ты, Уилсон? Лучше не бывает. Спасибо. Осторожно. Осторожно, доктор Мариетта. Не переживайте, доктор Лопес. Искусственный интеллект «Медуза» не загружен в NFX. Я программирую команды вручную. Нужно время. Да ладно. Эй, кто-нибудь, в чем дело? Доктор Лопес? Уилсон? Что за черт? Что на этот раз? Уилсон, ты слышишь? Так точно? У меня полный отказ. Полагаю, система отключил доктор Лопес, но я не могу с ним связаться. Я не хочу тут торчать! Оставайся на месте, я пойду к мейнфрейму. Медуза опять шалит? Доктор Мариетта! Доктор Мариетта! Класс. Эйбл, в чем дело? Я не знаю. Я инициировал ответ платформы, как вдруг Медуза захватила компьютер и начала создавать профиль, не связанный с роботом. Медуза должна подчиняться, а она управляет. Системное обновление, перезагрузка. Эй, что происходит? Ты отключал робота от сети? Искал неисправность? Отключал, но Медуза на шаг впереди. Меня слышно? Прием, Уилсон, мы слышим. Проверим код. Включаю автопилот. Я потерял управление! Уилсон, это ты делаешь? Стой. Это новый код. Сам вижу. Сейчас же запусти фаервол. Есть! Запускаю! Нас кто-то хакнул. Нет, я проверил. Фаерволы работают. Она сама пишет код. Быть не может. Похоже на сброс данных. Это тоже невозможно. Мы явно в чем-то ошибаемся. У сбоя могут быть тысячи причин. Столько переменных. Но в сложных вопросах... Лучший ответ, самый простой. Она не может писать код никак. И не на таком уровне. У искусственного интеллекта нет... Отключаем Медузу. Срочно. Она меня опередила. Она пишет 3 миллиона строк кода за 8 секунд. И число растет на 42% каждые 5 минут.
При такой скорости? Она уже провела твои расчеты. Прием! Я все вижу. Пошел отчет на 3 часа. Она настраивает фаерволы. Причем умные фаерволы. Перешла на систему военных дронов. Гляди, переключилась на новых роботов АРС. От них не жди добра. И умные ракеты, глобальные военные сети. Она намерена захватить все системы! Она не может захватить военные сети. Теперь может! Если «Медуза» сама поменяла свою программу без нашего участия, это значит, что... У нее появилось сознание? Это невозможно! Если так, она бы довела все до логического завершения, использовав военные силы, чтобы уничтожить все живое. Сейчас же все отключаем. Черт! Цел? Жить буду. Прием. Доктор Лопес? Мариэта! Мариэта! У нее локальная сеть. Времени мало. Эйбл, смотри! Обнаружена угроза. Медуза хочет нас устранить. Почему? Уходим, она взломала военные дроны. Беги, скорей! Прием! Обновление завершено. Уилсон вызывает! Прием! Возврат на космодром через 5 минут. Всему персоналу покинуть помещение. Выбрось технику, чтобы нас не отследили. Телефоны, планшеты, наушники, все, где есть чип. Доктор Лопес! Мариэта! Ладно, покидаю зону 39. Возвращаюсь в лагерь. Я вышел! Доктор, вы слышите? Прием! Черт! Я создал устройство для обхода магнитных замков. Надеюсь, оно еще здесь. Нашел. Нужно ввести верный код. Не выходит. Дай мне. В бункере свяжемся с Министерством обороны. Эйбл, не отвлекай! Стой, есть идея. Послушай, в бункере есть компьютеры. Попробуем хакнуть. Готово. Дроны на подлете. Черт! Я уже рядом! Стой! Эйбл! Нет! Ты цел? Пришел сигнал. Я велел оставаться внизу. Идем. Ты дрожишь? Случился сбой, и Медуза ополчилась на Лопеса и Мариэта. Робот затаил злобу. Чем они насолили? Не знаю. Может, я тоже мишень? Ты не мишень. Если тебя не вписали в программу. Она решит, что я управлял NFX. Но ты не умеешь. Сам знаю. А кто умеет? Вы расстались больше года назад. Она уже остыла. Погиб ее отец. Лучше услышать от знакомого. Да. Она сильная. Выдержит.
Ты в режиме невидимки внутри фаервола. Засек груз. Движется на юг по 53-му. Вот координаты. Есть! Меняю маршрут. Есть! Посылаю пинг на перекресток. Есть сигнал. Съезжает через 5, 4... 3, 2, 1. Подключаю. Твой выход. Всем привет. Бесплатная доставка еды от Силикорп. Да, все верно. Мы хотели отправить эту шикарную поставку руководителям, но решили не скупиться. И дарим вам этот праздничный обед. Помните, в Силикорп вы не двоичное число. Вы семья. Ого, трогательно, серый скаут. Всем разлогиниться и скрыть IP, пока в Силикорп не поняли, что их хакнули. Новый рекорд Тара. Подумаешь, у нее фора. Мне пора. Ох, не умеет проигрывать. Ноет, как в школе. Кинуть ему Мелвер. Мелвер? Нет, Хорхе. Не надо. Забыл, что я говорила? Правило хакера – за всеми не угнаться. Люблю над ним подтрунивать, но завтра он вернется. Он нас любит. Тебя. Он влюблен в тебя, сама знаешь. Что, Кьюб, уже заскучал? Тара, ты там? Тара! Это Уилсон? Скажи ему никаких имен. Есть отдельная линия. Хочу сказать про отца. Отца? Так позвонил бы. Сегодня были испытания нового робота, и... кое-что случилось. Он... Там был дрон. Дрон? Появился из ниоткуда. Военный дрон. Доктор Мариетта спрятался в бункере. А твой отец... не успел. Не понимаю. С чего вдруг дрон? Не знаю. Может, это саботаж. А может, кто-то хакнул мейнфрейм, но... его хотели убрать. Возможно, и Мариетту. И меня. Уилсон, я... Тара! Тара! Эй, прием! Тара! Тара! Тара, что ты делаешь? Пентагон, США. Программа дронов. Не делай этого! Не трогай! А что это? Впервые такое вижу. Это криптомикс? Нет. Это язык Кубит. Папа научил. Сказал, если что-то случится, ввести его на этом компьютере для защиты. Так ты в беде? В беде, уроды, убившие папу. Что ты делаешь? Уничтожают 3% национальной программы дронов. Что? Они не смогут убивать. Тара, нет! Довольно? Разве это что-то решит?
Проваливай. Ты только что спалила это место всем военным мейнфреймам. Тебе лучше убраться до приезда ФБР. Здесь повсюду моя ДНК. Это их смысл жизни. Возможно, мы уже на мушке у чертова компьютера. Активировать. Нет, нет, нет. Тара, что ты натворила? Уилсон, она хакнула Пентагон. Она облажалась. Мы все облажались. В чем дело? Уроды. Мне ответили на кубите. Класс. Как думаешь, за программу дронов нам дадут 50 лет тюрьмы? Или сотню? 200. Они отрубили половину системы. Что это? Господи. Фотки. С моих телефонов. Зачем? Попробую отозвать пинг. Присвой IP. Отправляю тебе. Проверь. Вот блин. Что? Ты не оценишь. Что? Космодром, где работает твой отец. Работал. Прости. Медуза там? Черт. Что за медуза? Хорхе, есть проблема посерьезнее тюрьмы. Это искусственный интеллект, детище отца. От него не скрыться. Врубаем аварийные выключатели. И хватаем вещи. Что? Дроны. Здесь? Нет. Серый скаут. Тара! Серый скаут, прием. Мы малость заняты. Времени нет. Срочно уходите! Что? Почему? К вам летят три военных дрона. Что? Зачем? Что делать? Я не знаю. На них тепловизоры. Вы рядом с электростанцией? Спрячьтесь там. Стереть все? Стиль хибати. Тара, Хорхе, слышите? Уходите оттуда. А как же мы? Все подготовь. Мы уходим. Бежим. Распродажа. Скидка 50% на все. Фейерверки «Король небес». Точно они маленькие? Вроде нет. Ладно. Дроны! На помощь! Робокалипсис! Безумный стрелок! Скорее прячьтесь! Хорхе, это опасно. Ты не обязан. Уходи. Тара, мы команда. Ладно. Мы в ловушке. Распродажа. Скидка 50% на все. Есть идея. Противобункерные бомбы. Хибати. Эй! Оплатить не забудьте! Скорее, Тара! Поджигай!
Ого! Раньше таких не видел? Видел, но впервые так близко. Тут все его мозги. Целая панель управления. Эй! Он чуть нас не убил. Вроде бы сдох. Возьмем панель. Давай. Не бойся. Знаешь, что делать? Да. Да, знаю. Идем. Быстрей! Еще дроны! Отслеживание. Сканирование. Стой! Развернулись? Уилсон, мы не дошли до станции. Дроны нас выследили. Они вас преследуют? Нет, системы наведения перегружены. Мы оторвались. Хорошо, вся сеть сходит с ума. Вы видели новости? Отключения в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Алабаме. А теперь и в Лондоне. Уилсон, слушай. Прежде чем сбежать от дронов, мы получили сообщение на мое имя. Я возглавляю список террористов. Мой комп захватили и послали сигнал Министерству обороны. Да, я видел такое на испытаниях робота. Исходный код вписался с астрономической скоростью. Это была Медуза. Этого я и боялась. IP скрыт, но я отследила до космодрома. Как Медуза могла это сделать? А вдруг ее хакнули? Однозначно. Нет, никто не пишет таких кодов. Сокращенно, будто стенограф. Это невозможно. А почему на нас охотятся? Охотятся на меня. Она знает, что ты дочь доктора Лопеса. Думаю, все из-за того, что я использовала тот же квантовый язык, что и папа. Тара атаковала систему вооруженных сил США. Мы видели. Но это не военные. Медуза вышла из-под контроля и устраняет всех. Слушай, времени мало. Тут полно дронов. Только я знаю, как писать коды на Кубите. Медуза работает на квантовой системе. Ее язык основан на Кубите. Я могу его хакнуть, но нужен доступ. Но, Тара, этот язык можно взломать. В Пентагоне есть специалисты. Отец добавил в код переменные. Я их знаю, папа показал. Даже Мариетта не знает этот код лучше меня. У других программистов уйдет куча времени. Медуза хочет устранить любую угрозу. Нужно ее остановить. И кто ее остановит? Мы. Надо действовать. Уилсон, мы зависали летом на космодроме. Мы его знаем. Смотрели там на звезды. Я помню. Но туда нельзя. Я не прошу тебя идти. Пойду сама. Нет. Серый скаут, что ты говоришь? Если не остановить Медузу до завершения загрузки, она захватит все компьютеры и спутники. По факту все за короткое время. Тебе нельзя идти одной. Для этого есть люди. У таких систем специфическое железо. Зи права. Схема и система охлаждения уникальны. Поэтому мне нужно на космодром. Нет, Тара, хватит платформы с открытым кодом. Если хакнуть по сети, меня отследят. Едва я напишу хоть строчку. Защита национальной сети слишком сильна. Удаленно не взломать. Нужно подключиться напрямую и установить квантовую бомбу. Тебе нужна помощь. Умное оружие убьет тебя. Не успеешь приблизиться. Нет, не вздумай помогать.
Иначе нас могут отследить и убить. Тара, я не позволю тебе умереть. Ты слишком важна для всех нас. Плюс ты в паре часов пути. Кто-то должен составить карту мейнфрейма и отправить бомбу. Если на космодроме всех убьют, одной тебе не справиться. Если ты идешь, я тоже. Остановим ее вместе. Поезжай до Хантсвилля, мы будем там. Ты гениальный хакер, но одна не вывезешь. Тебе пригодятся верные союзники. Позволь помочь. Эй, нужна любая помощь. Ладно. Ждите на космодроме. А я обращусь к знакомой через Даркнет. Нам нужен красный дракон. Красный дракон? Серьезно? Ты уверена? У нас нет выбора. Ехать не меньше 6 часов. Нам важна каждая секунда, пока Медуза не снесла фаерволы. Понадобится оружие против дронов и других сюрпризов Медузы. Плюс, дракон у меня в долгу. Не знаю, Тара. Никто не связывается с драконом. Слушай. Даже федералы. Мы с ней друг друга понимаем. Ясно? Уилсон, встреть нас. Но никакой техники, иначе вас найдут. Повсюду камеры. Никаких микрофонов, выходов в интернет, никаких цифровых камер. Ничего, что может нас выдать. Тара, Тара, они вас нашли, я тебя вижу! А раз я тебя вижу, то нашли и нас. Зи, Зи, скорей, уходим! Момент. Давай, давай, давай! Все, уходим, скорей! Пошли! Слышала? Дроны. Что теперь? Я их слышу. Давай. Не очень приятно, зато защитит. Что это? Они близко. 2 секунды. Что? Это еще что? Плащ-невидимка. Военный. Откуда он у тебя? Их не достать. Я не ждал. И создал свой. Ясно. Дракон где-то здесь. Сюда! Скорей! У нас уйдет весь день. Вон там, антенна. Ты спятила. Тут ни души. Погляди. Что? Как ты догадалась? В 80-х CMG выпустили прототип фургона. Назвали дракон. Серьезно? Он плюс заземленные провода под рамой. Где-то 4, 5, 6 роутеров на крыше.
не считая трех модулей на деревьях там, там и там. Еще 10 спутниковых передатчиков, 5 километров кабелей и заземлителей, и куча скрэмблеров. Залезайте. Не бойся, все тихо. Давай, серый скаут. Я следила за вами. Фургон защищен от электромагнитного импульса. Не в сети. Медуза нас не видит. Пока что. Не в сети? С таким цифровым отпечатком? Отдышись. Спасибо. Пей. Я все видела. Отлично справились с дронами. Странно, что вы сюда добрались. Я сомневалась, что ты здесь. Теперь точно свалю. От вас больше тепла, чем от адронного коллайдера. Если Медуза еще не в курсе, узнает. Она все захватит через пару часов. Может, раньше. Жаль твоего отца, но хрен с ним. Что, прости? Его машина хочет разрушить мир. Конечно, он классный, водил тебя в детстве в космический лагерь. Но он доигрался. Папа создавал машины для людей. Да, он не виноват, это все Медуза. Серьезно? Не будь его, не было бы и Медузы. Но, увы, она есть. И вот, мы здесь. Мы ее остановим. Не выйдет. Попытаемся. У нее есть сознание. Она строит армию. Она... Машина. Нет. Попробуй ее отключить, все не так легко. Она не машина, а злокачественная опухоль. Мы ее остановим, пока не завершена загрузка. Я знаю, на что она способна. Мы уже видели. Она захватит военных. Естественно. Хорошо. Значит, ей нужно не только найти оружие, но и научиться ломать фаерволы, а затем хакнуть их во всем мире. Даже с квантовой системой у нас есть минут 20. Считай ничего. Это уже что-то. В свое время ты хакнула Всемирный банк за 10 минут. Чтобы хакнуть квантовый интеллект, нужно не меньше. Нельзя терять время. Нужен аналоговый транспорт и как можно больше оружия и техники. Вам не спрятаться от камер. Тебе же понравился мой кубит-код и алгоритмы. Брось, это нечестно. Я дала тебе все закрытые коды для призрачного IP. Я знала, этот день придет. Отчаяние и моральное давление. Ты мне обязана. Из-за того IP нас накрыли. Надеюсь, кража того стоила. Стой! Я пробила первые строки кода Медузы под твоим IP. Программатор полетел. Надо подключиться. Напрямую. Без сети. Иначе никак. Понадобится бомба данных, чтобы оборвать питание. И только тогда ее можно уничтожить физически. Ладно, но нужна схема интерфейса, чтобы достать бомбу. А это самоубийство. Я не хочу лезть на рожон. Прости. Мы и не просим. Вы уничтожили софт и данные? В стиле хибати. Да, поджарили. Остальное спалили дроны. Хорошо. А у меня, если что, есть черное пламя. Смертельный вирус. Один у меня, другой у кузена Дерека. Моя гарантия. Дракон, у нас есть дрон. Повредился от фейерверков, но Хорхе вытащил мозги. Принимает команды по военной сети. Вдруг поможет хакнуть систему космодрома. Дай взглянуть. На черном рынке такого не встретишь. Немыслимый объем памяти и необычный аудиоресивер. Вот тут. Чувствительность в десятки тысяч герц. Не пойму, зачем. И очень странный соленоид.
Да, подключается к конденсатору, повышающему электрическую нагрузку. Тоже непонятно. Как дефибриллятор. Бьет человека током в грудь или в голову. Так убивать эффективнее, чем взрывать. А вот, взгляни. Это разряд. Да. Система наведения дрона выбрасывает электроэнергию. Сердечный приступ? Возможно. Я не видела такого на дронах, но вполне возможно. Тара, с этой машиной шутки плохи. Да, видимо, так и погиб папа. Прости, что показала, но скажу, что он вряд ли страдал. Мгновенная смерть. А мозги дрона пригодятся. Подключите к системе безопасности и пройдете в служебную зону. Вас примут за дрона. У Медузы невероятная способность принимать верные решения и следить за вами. Но для нее люди — это люди, а техника — это техника. Не забывайте, она найдет вас везде. В смысле, по орбитальным спутникам? Нет. Нет. Скоро сможет, но нет. Тара, она все о тебе знает. Всех твоих знакомых. Всю онлайн-историю. И, вероятно, знает, что я здесь. Да. И ищет тебя, используя дроны, способные услышать муху. Она не позволит хакеру встать у себя на пути. Понимаешь? Это Эми Граната. После активации у вас 5 секунд для удара по цели. Импульс вырубит электронику в радиусе 40 метров. Так что держитесь подальше. Квантовый планшет с собой? Это технология твоего отца. Я загружу нано-щит на твой планшет. Он не только отражает свет, скрывая от камер. Это полимер Пенроуза, гасит тепловые сигнатуры, включая радары и сонары. Поняла? Невидимость, ясно. Нас считают террористами, стреляют ракетами. Не принимай на свой счет. Для Медузы это ответ на бинарный вопрос. Какой вопрос? Как не дать себя депрограммировать? А еще вам нужно это. Это АК-47 автоматический. Предохранитель и крючок. Их трудно достать, пригодится. Стрелять умеете? Мой папа стрелял. Пару раз сводил меня в тир. Хорошо. Тара, посмотри. Это сейчас? Во всем мире? Черт! Это Медуза? Да, и это только начало. Медузе плевать на закон Мура. Она получит доступ и извлечет выгоду. Это безумие. Медуза должна помогать роботу NFX. Должна спасать людей. И спасает, причем от нас самих. Мы такого не заслужили. Возможно. Красный дракон. Прием. Красный дракон. Прием. Дракон на связи. Это я, Дерек. Слышишь? Мой кузен Дерек. Ты была права. У Медузы не только дроны. Возвращаюсь в лагерь. Свяжусь оттуда. Живей, парни! Огонь со всех сторон! Это киборги! Я их задержу! Скорее! Дерек! О чем он говорит? Что за киборги? Проект Арес. Я мало знаю. Секретные операции. Выполняет сложные задачи. Взломав систему, Медуза первым делом занялась ими. Что? Хорхе, тихо. Самое страшное, они стреляют микрочипами. Чем? Микрочипы порабощают тело и разум. Стой, как порабощают? Подключаются к центральной нервной системе, подчиняя ее. Если Медуза хакнет чипы, то сможет управлять людьми. Прикажет убить себя или сослуживцев.
Все хуже и хуже. Ладно, раз Медуза контролирует Арасов, значит, устанавливает контроль куда быстрее? Медуза сейчас захватывает сети по всему миру. Черт! Дроны пересекли периметр. Медуза нас нашла. Хорхе, заводи, скорее! Тара, возьми это и это. Здесь все, что нужно. Ясно? Поедете в лагерь кузена Дерека. Помаши картой из окна, как будете подъезжать. Ладно, спасибо, Бренда. Красный дракон. Можешь звать меня Бренда, если выживешь. Идемте. Ключи в нише колеса. Старый, без электроники. Без усилителей тормозов и руля? Без спутникового радио? Спасибо, дракон. Не благодари. Главное, спасите мир. Черт, я слышу дроны. Уезжайте! А ты? Валите! Тара, мы на прицеле. Держи руль. Что? Держи руль. Получайте! Что это за штука? Небольшая пауза во времени. Нет. Нет, нет, нет. Что ты делаешь? Нет! Как же это будет классно! Хорхе. Нас ждет дело. Это вопрос времени. В туннель идут телефонные линии. Хакнем их. Заманим туда как можно больше дронов. И взорвем туннель. Ты же любишь взрывать. Еще как. Идем. Тара, притормози, хочу в туалет. Тара? Эй, ты как?
Хочешь пить? Не хочу. Это вспышка камеры? Что? Боже! Тара, у нас гости! Медуза. Нехорошо, нехорошо. Хорхе, послушай, возьми автомат и стреляй. Да. Ладно, взял. Ты когда-нибудь стрелял? Что? Нет. Сегодня твой день. Дерзай. Но я не умею. Не знаю, что делать. Хорхе, садись за руль или стреляй. Больше вариантов нет. Патроны кончаются. Черт. Дальше наш съезд. Я их слышу. Почти здесь. Готово. Бомба заряжена. Над нами выход. Бежим! Отличный ход. Да. Получилось. Сколько мы взорвали? Десятки. Вставай. Идем на космодром. Ладно. Достань из сумки карту. Кузен драконов где-то здесь. Тут направо! Мы оторвались? На этом фургоне? Нет. Осторожно! Арес! Тут направо. Привет, серый скаут. Выпейте кофе. Чичи любит покрепче. Спасибо. Вы в курсе ситуации с дронами? Они прилетели полчаса назад. Мои люди говорят, дроны не подчиняются командам министерства и патрулируют все города, большие и маленькие. Полный бардак.
Поступил сигнал с восточного побережья. Они по всей Европе. Ходят от дома к дому, от улицы к улице. Всех убивают. Речь про аресов, о которых говорила Дракон? Да. Мы не можем выступать. По крайней мере, без бронебойного оружия. Вы должны понимать. Они взрывают нефтезаводы и заправки. Все взрывают. Послушайте. Мы знаем. Мы сразу узнали о Драконе. Она прислала мне это. Что это? Предохранитель. Синий сигнал, выход на связь. Красный, нужна помощь. Зеленый, она загрузила инфу на наш сервер. Если оба черные, сердце остановилось. Она много о тебе говорила. Велела отдать тебе. Спасибо. Тут сзади чип. Знаю. Знаешь, зачем? Нет. Здесь безопасно. Передохните и возьмите все, что нужно. Стены освинцованы. По всему периметру камеры. Тут была автомастерская. Если хотите, поднимем и проверим фургон. Черт! Да. Ладно. Лишь бы не было утечки масла и бензина. Нельзя терять время. Проверим, нет ли трекера. Лишь бы смогли добраться до космодрома. Будем надеяться, учитывая ваш план. Мы дадим бензин, еду и воду. Ого, зацени! Эй! Он заряжен. Твой талисман? Вроде того. Да, помогает собраться. Папина. Он крутил ее, когда учил меня квантовым вычислениям. В детстве я думала, что столько знаю о хакерстве и кодах. Я будто разложила все тайны Вселенной на нули и единицы. А потом он показал. Что показал? Если я спрошу, орел или решка, угадаете? Конечно. Орел. Решка? Дерек прав. Орел. Это базовый код. Либо ноль, либо единица. Шанс 50 на 50. Прав либо ты, либо я. А если она вращается? Угадаете? Не знаю. Орел? Решка. Вы оба правы. Поскольку при вращении она в суперпозиции. Сразу и то. Вот, решка, я угадал. В квантовом мире кубиты связаны. Неважно, какая сторона, они всегда влияют друг на друга. Совсем как мы. Тот, с кем мы связаны, становится частью нашего решения. Мне ближе орел и решка. Люблю знать шансы. Тихо! Я его не слышу. Может, ушел? Наверное, доктор Мариетта подает сигнал. Тара! Слышишь, Тара? Уилсон, освободи линию. У нас пара минут. Отражаю ИК-излучение, как в былое время. Где вы? У космодрома. Зи определила по функциям кубита скорость расширения медузы. У нас 85 минут максимум. Ты успеешь? Без тебя я не справлюсь. Да, я успею. Тара. Ты лучше всех знаешь этот язык, но тебе понадобится схема интерфейса. И помощь доктора Мариетты. Так он выжил? Вроде бы. Он бежал в бункер с твоим отцом. Бункер похож на древний проход. Не знаю почему.
У него умный замок, я его обесточил. Его не открыть без питания, но слетятся дроны. Мы поспешим. У нас оружие и машина, которую не отследить. Что касается Мариетты, привезем инструменты и откроем замок вручную. Нет, нет, без питания его не открыть. Если его подключить, то нас сразу же засекут. Враг приближается. Хватайте вещи и уходите. Уилсон, я... В чем дело? У нас нет связи? У нее помехи. Главное, не дать прорваться. Ты в этом уверен? Чтоб тебя. Активирую щит. Начинаем. Парни, надо уходить. Они про нас знают. Валим отсюда. Уходите! Чичи, что с тобой? Нет! Я видел характеристики. Их не обогнать и не одолеть. Софт дракона, ты загрузила? Плащ-невидимка в процессе. Что ты делаешь? Щит отражает свет и поглощает тепло. Лишь бы сработало. Дракон дала старую тачку, чтобы не отследили. Поэтому я на таких и езжу. У вас есть все. Черт! Дерек! Я цел! Гоните! Вперед! Ты как? Это еще что? Да вы издеваетесь. Что нам делать? Посмотрим, что дал Дерек. Гранатомет РПГ! Ты готов? Погнали. Держи ровно. Пытаюсь! Чуть ближе. Ближе! Сейчас! Хорхе! Пытаюсь! Да! Да! Дело плохо.
Зону патрулируют дроны и аресы. Надеюсь, у Тары больше оружия. Пока мои бомбы не подводили. Она сильная. Вспомни. Обставила нас в соревновании хакеров. Она придет. Нельзя включать. Не сейчас, мы уже близко. Знаю. Хочу убедиться, что она цела. Не переживай. Черт! Хорхе? Хорхе? Хорхе! Хорхе, боже! Ты меня напугал! Где Тара? Уже в бункере или... Нет. Нет. Что? Она... Аресы. Получают обновления каждую наносекунду. Появились из ниоткуда. Сожалею. Надо найти Мариэту. Он совсем покончит. Берите, что нужно. Я не знаю, что нужно. Тогда ничего не бери. И все, идем. Скорей. Ты как? Уверен, что мозги дрона помогут открыть замок. У них один протокол форматирования с медузой. Поэтому он не привлечет ее внимания. Из-за протокола безопасности она решит, что замок открыл дрон, а не человек. Верно? Если мы хотим уничтожить аресов и дронов, то мы с Хорхе уже все продумали. Так? Даже умнейший ИИ не думает, как мы. Он всегда выбирает наиболее идеальную стратегию. Но он никогда не учитывает число людей или количество оружия. Поэтому, уничтожив аресов и вытащив доктора, мы отправим Хорхе с большей частью оружия. А потом, Зи, мы с тобой... Пойдем на космодром. В смысле, большая часть оружия? Тот, кто сильнее вооружен и атакует роботов, будет наибольшей угрозой. Да. Медуза постоянно калибрует свои ответы на наши решения. Знает, что мы идем сюда, что ее отсюда не хакнуть, и что мы вооружены. Она решит, что мы будем стрелять. Нарушит строй. И пошлет большинство роботов к тому, у кого больше оружия. За всеми не угнаться. Но после распознавания лиц, Медуза проигнорирует отвлекающие факторы и направит к тебе все дроны. Неважно. Мы выиграем время. Я пойду. Буду приманкой, не Хорхе. Нет, нет, лучше я. А вы пойдете к доктору Мариэтти. У меня есть оружие. Ого, я... Благодарен? Уничтожь роботов. Ладно, мы прошли через мост. Я заманю их туда, устрою ловушку. До скорого, парни. Да. Идем. Доктор Мариэтта в бункере. Пошли. Как-то не похоже на тайный подземный бункер. В этом и логика. Прятать на виду. Плюс, если пойдут люди... Будут неприятности. Нет. Узнает Медуза. Это Зи. Еще стреляет. Соберись. Уилсон. Уилсон. Поверить не могу. Я тебя не знаю, но обожаю больше всех на свете. Я Хорхе. Работал с... Тара погибла. Убили Аресы. Мне жаль. Доктор, я виноват. Что нам делать? Что это? Они пытаются прорваться! Становится умнее. Скрывшись здесь, я понял, что могу провести тоннель к базе.
Но, вероятно, туда идут роботы. Мы попадем в ловушку. А если бросить Эми гранату? Нет-нет. Бункер армирован сталью в метр толщиной. И импульс не убьет даже телефон на крыше. Но пройдет через пульт управления, и мы, вероятно, погибнем от взрыва. Но здесь есть беспроводная связь? Да, да. Антенна соединяет пульт управления с землей. И есть ток? Есть. Если импульс электромагнитный, используем медные провода и сделаем соленоид. Точно. И преобразуем электромагнитный импульс в электрический. Мы их просто спалим. Да. Катушка Теслы. Но гранаты взрываются в считанные секунды. Не в этот раз. У меня бомба. Откалибрую ее до изначальной функции. Мы доберемся до тоннеля. Но бомба привлечет больше роботов. Импульс их вырубит. Хорхе, иди туда и возьми провод от антенны. Доктор Мариетта, подключите кабель. Скорей, скорей. Ну уже давайте. Не зеваем, господа. Так, когда Медуза все захватит? Минут через 20. Да тут тысячи проводов, какой нужен? Вон тот, этот, этот. Давай. Быстрее, быстрее. Оберни. Времени нет. Все, бросай. Как войдем в туннель, открой дверь. Немного оторвались. Не сильно, но все же. Прилетят еще? Медуза оценивает нашу боевую мощь. Держится на расстоянии, пока не выяснит. Вероятно, уже выяснила. Наши механики установили кодовый замок на южных дверях электрораспределительной. Замок аналоговый и отказоустойчивый в случае перебоев. Защищен электромагнитным экраном. Оттуда не засечь сердцебиение. Как только войдем в здание, надо подключиться к Медузе в главном отделе программирования. Я могу ввести код. Сперва нужно дойти. А если мы ее не остановим? Если не остановим, мы можем погибнуть. Но отключив Медузу, мы спасем мир, иначе. Если ошибемся, Медуза победит, и миру конец. Так или иначе, назад дороги нет. Покончим с ней. Мы пройдем мимо трех камер. После первой начнется тревога, и Медуза пришлет за нами робота. Если не будем медлить, сможем захлопнуть стальную дверь. И молиться, чтобы Арес не прорвался. Я активирую аварийный выключатель и отвлеку его. Что это? Жетоны от Красного Дракона и Дерека. Они были на Таре, когда на нас напали. Что? Мне нужно время войти в систему, отключить аналоговые двигатели и все переключить. Центр программирования впереди. Если Ареса откроют огонь, прикрой Уилсона и стреляй. Ждите здесь. Доступ запрещен. Доступ запрещен. Не пускает. Отключите вручную. Инструментов нет. Сейчас! Скорее! Какой открывает дверь? Перережу все! Доступ разрешен. Вперед. Закрыть защитные двери. В задней части консоли большой порт. Можно подключиться к Медузе. Да, да, да. А это что? NFX. Робот-спасатель, над которым работали мы с доктором Лопесом и доктором Мариеттой. Он достает людей из-под завалов в зонах бедствия. Мы его отключили после сбоя. Вы слышали?
Доступ разрешен. Дверь! Уилсон, тебе меня не остановить. Хорхе! Хорхе, 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 Хорхе! Нет, 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 Хорхе, Хорхе! На помощь! Давай, Хорхе, очнись! Зажми рану. Хорхе! Хорхе, ты меня слышишь? Медуза вот-вот захватит все оружие в мире. Доктор, доктор, дайте планшет, скорее! Вот, держи. На! Держите. Это квантовый планшет отца Тары. Как только начнешь вводить код, Медуза попытается хакнуть фаервол на планшете. Держись, друг. Вирусу нужно несколько секунд, чтобы ее остановить. Мне как раз хватит, чтобы ввести данные. Система Медузы остановит остальные системы. Но мне хватит времени. Скорей. Медуза в режиме ожидания. Она? Нет. Еще нет. Слишком быстро. Медуза едва не захватила весь ядерный арсенал. Эй! Эй! С возвращением! Гляди, дружище. Им в тебя стреляли. Да ладно. Да. Почему он еще мигает? Что? Дай ко мне. Доктор? Медуза перенесла искусственный интеллект на чип. Бежим, бежим! Скорее! Почему она жива? Медуза перенеслась в другую систему. Какую? Я не знаю! Вирус должен был ее замедлить. Но Медуза перенесла себя на другой мейнфрейм. Это невозможно! Если только... Она не изменилась при развертывании, а значит, вирус ее не замедлил. Так вирус ее не убил? Он превратился в модульный фаервол. Не замедлил ее. А помог спастись. Помогите. Отведем вас наружу. Нет, посади меня за компьютер. Будет больше пользы. Ладно. Какой у нас план? Медуза никуда не денется. С чего вы взяли? Она хочет нас убить. Техники со скользящей базой, параллельной ее кубит-оболочке, немного. Она прячется в машине на космодроме. Я найду ее. Нет! Нажмешь на клавишу, и Медуза тебя найдет! Будьте здесь. Я поищу. Укрепите дверь и включите рацию, если я выйду на связь. Я с тобой.
Нашел. Медуза там? В нем? Да. Бежим! О, черт! Надо разделиться! Нет, нужен план! Придумал. Включи рацию. Так. Слушай мои приказы и уведи за собой Аресов. Ладно? Понял. Понял. Доктор Мариетта! Доктор Мариетта! Прием. Я здесь. Медуза в роботе NFX. Вы хотели помочь мне найти мейнфрейм. Что ж, вот ваш шанс. Проведите меня к мозгам Медузы. Хорошо, еще. Еще не нашли? Не нашли, где генерируется большая часть тепла? Так, мейнфрейм расположен в грудной полости робота. Загрузка медузы на NFX. Так и знал! Что? Уилсон? Уилсон? Хорхе! Хорхе! Как слышно? Уилсон! Уилсон! Хорхе, ты цел? Да, я жив. Сможешь сейчас пошуметь? Да, наверное. Твоя задача — отвлечь Аресов. Сможешь? Да, да, смогу. Эй, роботы! Эй, я тут внизу! Поймайте меня! Я внутри! Хорошо. Где твой друг Хорхе? Надеюсь, жив. Роботы! Эй! Уилсон! О, нет! Ты далеко? Вроде близко. Что ты хочешь сделать? У Медузы есть мозги, а теперь будет и сердце. Сделаешь ее добрее? Нет, сделаю мишенью. В чем дело? Времени совсем мало. На месте! Я у материнской платы, пытаюсь открыть! Как только вытащишь процессор, сможем хакнуть напрямую. Есть! Достал! Уилсон, она знает, что ты внутри. Запускает ядерное оружие по всему свету, сейчас или никогда. Да, сейчас у нее будет мое сердцебиение, и все роботы неподалеку ее засекут и уничтожат. Готово! Идет по внутренней связи! Подается в систему как алгоритм. Спрячься в стальном корпусе. Поспеши.
Медуза передает твое сердцебиение всем роботам. Роботы принимают ее за человека. Она использует всех роботов и атакует себя. Сработало, Уилсон. Но ты внутри мишени. Приготовься. Медуза уничтожена. Прием, Уилсон. Уилсон, ты цел? Я уже иду. Не поможете? Зи! Господи, вы оба живы! Едва. Это было... Да. 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 Горжусь тобой. Ты сумел. Я всегда говорил... Ты храбрец. Что теперь будем делать? Впереди много работы. С чего начнем? Залогинимся. Залогинимся. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.